Всем привет, сейчас 2 сентября 2015 года. И может вы мне скажете, ты странный. Ну так вот, за это лето я ни разу нигде не побывал на море. И вот только сейчас появилась такая возможность. Сейчас я нахожусь в Сочи, точнее в Адлере, в отеле Азимут. Ну что, давайте я покажу вам мой номер. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы войти в номер, мне нужна вот такая карточка. Войдя в номер, мы видим две комнаты, раз, два, потом шкаф, санузел и какую-то непонятную лично для меня комнату, вообще непонятную. Вот. Она тупо пустая. Мы ее определили для того, чтобы положить сумку с вещами, тапочки. Ну а так она полностью голая, можно так выразиться, ничего в ней нету. Розетка. Так, ладно, идем дальше. Вот это моя комната. На этом диване я сплю. Здесь же я снимал видео в начале, да? Так, ну, что здесь находится? Диван, столик. Лампа, лампа, очки, все нормально. Светильник, выход на балкон. А, еще вот такие вот интересные светильники, я такие не видел. Именно в таком сочетании. Смотрите, вот обычный и специальный светодиодный такой. Можно двигать его куда хочешь, в разные стороны. Такой. Прикольная штука. Также с другой стороны дивана есть телефон. Можно позвонить, заказать какую-нибудь еду, наверное. Так, вид с балкона я вам покажу потом. Давайте пойдем в ванную с туалетом. Вот есть включатель. Можно включить просто вот такой вот свет. А можно и верхний включить, но без верхнего давайте. Вот он я. Так, что же у нас тут есть? Раковина, зеркало, вот сушилка для белья, ну, естественно, туалет, туалетная бумага, полотенце, душ, ванна. Ну, а так что? Хорошенький такой санузель. Санузель? Чего? Санузел. Нормально. Итак, с этой комнатой я вас уже познакомил, теперь давайте войдем в соседнюю. Камера, фокусируйся, быстро. Ба-бам. Вот. Здесь у нас что сразу кидается в глаза? Две кровати. Третья. Просто когда мы заказывали номер, мама сказала, что поедет с 14-летним ребенком. Ребенком. Не, ну в принципе ребенок-то да. Ну, она ужасно маленькая. Может, подумали, что 14-летний ребенок карлик какой-нибудь. И я не знаю, вот, вот нога у меня и вся кровать вот такая. Ну, короче, на этой кровати я не сплю, я сплю там, где я снял видео. Вот. Здесь точно такие же светильники со светодиодами. Так, картинка точно такая же с ракушками. Тут тоже светильник, телефон, зарядка, портфель. Так, ну что, телевизор, светильник, светильник, столик, мини-столик. Ну что, настало время показать вам вид с балкона. Так, ну вот, собственно, вот такой вот вид. Сейчас объясню все по порядку, где что находится. Ну, первое, вон горы. Вообще классно, здесь такой воздух офигенный. Так, тут у нас идет набережная. С частными домиками. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, здесь какой-то карасун непонятный. Трасса. И тут начинается самое офигенное. Вот это вот стадион Фишт. В нем проходило открытие и закрытие Олимпийских игр.
Так, идем далее. Вот это Сочи парк. Ну как Сочи парк здесь, правда? Здесь видно от Сочи парка только вот эти вот американские горки. Вот это вот здание, это гостиница «Богатырь». Кстати, я слышал, если там покупаешь номер, то входной билет в Сочи парк бесплатно. А так, входной билет стоит что-то 1750 рублей вроде. Да, ну зато весь день можно кататься на каких хочешь горках. Кстати, это выгодно, мне кажется, чем за каждый аттракцион платить по 400-200 рублей. Здесь у нас еще есть вид на Олимпийскую деревню. Я надеюсь, это она же. Ну да, это вот Олимпийская деревня. Короче, офигенный вид. Здесь есть все, блин. И Сочи парк, и стадион, и набережная, и горы, что хочешь.